В республике впервые отметили Международный день пятиборья. Этот вид спорта в Чувашии пока только набирает обороты. Недавно была создана региональная федерация. Необходимая инфраструктура для пятиборцев создана в Новочебоксарске. Здесь у нас находится все практически в шаге возможности. Прошли через рощу и уже в ходе школе. Замечательный легкоатлетический манеж, замечательный 50-метровый бассейн. В секцию пятиборья набраны первые 40 учеников. Ребят уже обучают плаванию. В ближайшее время начнутся тренировки по конкуру, фехтованию, стрельбе и бегу. Юным спортсменам есть куда стремиться. 2 года назад в стране появился и олимпийский чемпион по пятиборью. В Рио-де-Жанейро золотую медаль завоевал российский спортсмен Александр Лисон. Прошел год со дня организации современного пятиборья. И в самом начале пути мы приняли с руководством решение, что мы будем делать ставку на массовость, на вовлечение именно детей в этот вид спорта. У нас выстраивается работа с Федерацией пятиборья России по вовлечению здесь, на территории Чебоксар, Чувашской республики, организации сборов. Членов сборной России это немаловажно. В этом году в республике планируют провести Кубок России по современному пятиборью. Вадим Почема, Дмитрий Ковалев, Республика.